Одинцовские активисты партии присоединились к акции «Откажись от автомобиля». Вместе с жителями муниципалитета они совершили велопробег по территории парка Малевича. Об этом сообщил депутат окружного совета депутатов Станислав Улитин. Сохранению экологии сейчас уделяется особое внимание. Мероприятия экомарафона «Откажись от автомобиля» проходят по всему Подмосковью в рамках реализации задач нацпроекта «Экология» и партийного проекта «Чистая страна». Вместе с посетителями парка Малевича сегодня проехали по маршруту, поговорили об экологии, отметил депутат от «Единой России» Станислав Улитин.